Родовой Марс. Ну что, праздник Пасхи, праздник всеобщего воскресения. Вот и наши родственнички из того потустороннего мира подтянулись к этому празднику. По следам тайной космической программы закончилось мое рабство на этой Марсе-Земле. Я отработала программы, которые достались мне по родовым каналам, пришедшие с глубины времен. Теперь я вернулась на Землю-Землю и могу свободно строить свою жизнь, опираясь на свою волю и представление счастливой жизни. 20 лет жизни – ужас. А теперь все снова. Ну, пусть родовой Марс. Да, Андрея? Отпускаешь меня на волю?